Всем привет! Я давно не снимала говорящий влог. Наконец-то руки у меня дошли. Точнее, не только руки и ноги. И сегодня влог такой будет немножко с IKEA магазином, с мебелью. Просто приехали посмотреть, погулять. Ну, прицениться, присмотреться. Так. Еще Баухаус хотела бы сходить, такой тоже посмотреть. Вот, ну и просто погулять. Меня малой сильно хотел туда попасть, он идет снимать, нравится. Все, сейчас будем заходить и смотреть. Чуть-чуть покажу. Там вообще классно. У нас в Украине, по-моему, только как сайт там, да, есть, где-то возле Ирпеня в Киеве, где-то там такой магазин. А тут, вот, я уже была тут еще, как только мы сюда приехали, выбирали себе всякие там набыток всякий. В общем, сейчас покажу. Уже праздник к нам приходит, называется. Елочка уже новогодняя, класс, прикольно так. Ну и такая вот вся обстановка здесь, видите, классно. Не, прикольный магазин. Здорово. Нравится здесь мне, прикольно. Стульчики. Это где мы жили, были такие стульчики у нас, видите, все такое недорогое, 300 крон, только черного цвета. И тут вот кухоньки, вот смотришь, например, стиралка, вот 8 490 крон. Вот так вот. Меня интересуют шкафы, это такие невысокие. Вот этот обычный такой, дверка открываешь, и в принципе вот так вот все. Прикольно, вот эта штука тоже, гляньте, подвешивается, сколько она стоит, 249 крон. Тут же можно всякие брючки, футболочки ложить, видите, вот так, если его раскрыть полностью, прикольно. А вот этот вот шкаф, он получается раздвижной, 3990, видите, тут пишется ряд, место, где вот самообслуживающий можно, ну его сам складываешь, тут тоже вот эта же штучка такая, прикольно, вот с одной стороны, вот этот шкаф поинтересней. Видите, прикольно. О, тут сразу прям в моем стиле беленькое платье. А, что еще продается? Ну, подождите. Не знаю. Прикольно. Прикольно, как будто вот комнатка где-то ты вот здесь пришел. Да, вот детская. За окном, дай бог, такой вид из окна. О, столик. Маленький такой столик. 1190 крон. Видите, акции сейчас очень много. Акций. Акции? Угу. Такой маленький столик. Интересно тут что? Ага, все есть. Такой вот он. Где много диванов. Выбор огромный. Там тоже. Пример такой вот. И вот он в разложенном виде выглядит такой диванчик. И цена его 9990 сейчас. Прикольненько. А доставка тут платная. Ну тут не пишут, ну короче, 1000 с чем-то крон там. Вот, прикольненький. Ты же пошли разлаживаешься, уже поинтереснее. И вот такой вот угловой разлаживающийся диванчик. 8990. А ну тут за доставку ничего не пишет. А, вот так вот он. Прикольный такой, интересненький, мне вот такие нравятся. Вот такой вот тоже прикольный, он такой уже побольше. Сторону, по-моему, тут менять можно. Вот такие вот диванчики, подушечки такие прикольные. А сколько такая стоит? Давайте посмотрим. Недорого, 200 крон. Вот такой разлаживающийся. Ого, и цена такая, знаете, 49 тысяч, 50 тысяч крон. Офигеть. А вот, кстати, если не ошибаюсь, вот постельная вот эта 600 крон стоит под одеяльник. И, кстати, болгарская. Болгария. Вот так вот. Ну вот 25 тысяч цена на разлаживающийся диван, но вот я не понимаю в нем качество, я не знаю. Лучше, наверное, но не знаю, как по мне, и за 8, и за 9 нормальные. С
кстати, вот еще интересный раскладывающийся. 12 тысяч крон, такой светленький, бежевенький, красивенький. Ух ты, видите, свято намножается. Вот такой комод, какой-то красивый. Мне нравится. 4 990. Кайфуешь? Кстати, сколько такие кроватки стоят? Может, не париться, кровати все. 7 990. А ну, Славка, дай посмотреть, что тут. Еще ящики есть. Ага. Видишь, есть еще ящики. И так, типа, как диванчика. И кроватка есть. Прикольненько. Ух ты, такой приятный пледик вообще. Мне так нравится. Но он такой мягусенький такой вообще. Обалденно. О, а вот такие подушечки, это 180 крон. Пепка, по-моему, продается. Вот, да. Ой, какое красивое. Если бы свой дом был, вообще классно поставить вот это вот все. Свой дом. Класс, такой вот сервантик, сервизики. И такие вот огоньки на елочку стоят 199 крон. Ледовские. 4 метра. Вот так вот. Такие шкафы. Мне понравился. Цена, конечно, такая еще 990. Получается. Прикольненький. Я вот это иду, смотрю, и мне смешно становится. Смотрите, Славка как разлегся, он для ног специально. Вообще лежит такой. И тут кровати одни кровати. Видите, красивенько все. Комоды. Удобно. Красиво. Двухъярусная кровать. И много прекрасного, цветы искусственные. Вот такой вот 149 крон стоит один, наверное. Ага, вот такой вот один будет. 149. Ух ты, опять все искусственное. Вот, красивенькие такие. Что такой комплектик, букетик собрать. Да, красивые цветы. Гляньте, какая крупная орхидея, какие цветы огромные. Я такие, если честно, первый раз вижу. У мамы была такая крупная, но такой вот именно не было. Белый, роза, фиолетовый, вообще класс. Цена 299 крон. Это обычные простые, вот такая вот беленькая у меня, красавица. Такие, ну вообще такая крупная, обалдеть. Самообслуживающий склад. Это так, ходишь склад. И выбираешь. Да. Да, но склад. Если что, это не склад. И вот так вот идем еще тут по дороге. Можно что-нибудь прикупить. Смотрите, прикольно. А вот это вот вещи, которые склад, где было что на витрине, и оно уцененное. Вот, например, вот этот стол был 2290, 1190 из-за того, что вот тут сошкрябано. Вот. А так столик вполне нормальный. Можно тут что-то придумать. Да. Ну точно так же так, тут. Вот видите, столы, что-то они вот там на витрине стояло. И вот, например, такая подставка. 19 крон, сейчас 39. Ну, была 39, сейчас 19, например. Можно взять. Ну и тут идем, и сейчас что-то интересное еще покажу. Выставили только что вот набор из 18 вкусов вот здесь. Тарелочки, видите, такие вот, 6 таких. Вот, была 600 крон, вот, можно взять. Что с ними тут? Ну, на витрине стояла, подумала. Такой вот 400 крон коврик, 133 на 2 метра. Отлично вообще. Можно вот тут, видите, вот цены оцененные. Вот такая вот трехместная разлаживающийся диванчик. Вот, смотрите, видите, был 17 тысяч, стал 10. Ну, вот на витрине вот он стоял. Сейчас можно сесть, посидеть. Вполне удобно. Диван. Ух ты, а это вот можно прям в прихожую. Так, за что ходишь, и вот, смотрите, вешалочка, вешаешь вещи.
И вот он был 5390. Отлично. Видите, вот коврики. Длина его вот. И цена была до... Кстати, мы когда только приезжали вот в ту первую квартиру, где я жила, мы так, кстати, и покупали. Сюда сразу зашли, выбрали коврики уцененные. Прекрасно. Вот оно, этот голубенький, который мне понравился. Видите? Отличная цена. Великолепно. Просто великолепно. Матрасы, смотрите, здесь можно выбирать. Отлично. Ну, какой-то такой небольшой будет изъян, но оно новое. Там у них не склад, много всякого. А вот еще тоже столик 900 крон. Получается, он такой вот он сверху. Такой некрасивенький, конечно. Тут за 1000 получше. Там хоть можно что-то положить, закрасить. Погуляли мы по Икее. Как тебе, сына? Нормально? Устал, сказал, мама, надоело, хватит. Ну, я так могла бы еще и дольше, но мы там были 2 часа, с меня хватит. Нет, это вот что целый день. 4 часов. Ну, для него 4, для мамы 2. Сейчас зайдем еще в электроворд, тоже посмотрим там такое что-нибудь интересное. Вот. Это не в самом деле. Что там есть? Посмотрим.